Ребята, привет! Итак, для тех, кто первый раз на моем канале, меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю в интернете, и сегодня расскажу, что будет в видео. Видео будет очень интересно и познавательно именно для новичков, начинающих, а может и не только. Смотрите, отвечу на два таких самых важных вопроса, самых часто задаваемых вопросов мне в личку. Первое. Сколько можно зарабатывать на тех же бесплатных раздачах? Вообще, сколько можно криптовалюты зарабатывать? Сколько на криптовалюте можно зарабатывать? Второй вопрос. С чего начать именно ребятам, новичкам, которые только решили прийти в интернет и зарабатывать, начать на криптовалюте? Плюс, смотрите, сегодня будет обещанный мной розыгрыш криптовалюты. Итак, ребятки, поехали! Итак, ребята, смотрите, отвечая на первый вопрос, сколько можно заработать на криптовалюте именно на бесплатных раздачах? Вот один из моих кошельков, на котором я зарабатывал, именно начинал зарабатывать чисто на бесплатных раздачах, аирдропах, так называемых, баунти. И давайте посмотрим просто, сколько заработано на данном кошельке. Смотрите, на нем там постоянно какие-то монетки прилетают, что-то там я продаю, что-то оставляю. Давайте просто, ну, нам интересно, сколько вообще здесь заработано. Давайте посмотрим. Итого, смотрите, всего входящих 68 эфиров, исходящих 68, тоже 78. То есть, на данном кошельке, получается, я продал монет, которые заходили на 68 эфиров. Давайте зайдем специально в конвертер валют, нажимаем 68, смотрим. По данному курсу это 208 400 долларов. То есть, смотрите, я не буду вам рассказывать, что все эти монеты я продавал именно по теперешнему курсу. Я их продавал, естественно, тогда, когда они приходили, и я не ждал там, когда вырастет курс, естественно, там. То есть, я продавал по тому курсу, который был тогда, на данный момент. Смотрите, но пусть даже, я не знаю, там в 2, в 3, пусть даже в 10 раз мы меньше ставим, да, то есть получается 20 тысяч примерно долларов с бесплатных раздач по данному кошельку только. Это эфириум, кошелек на эфириуме, здесь там некоторые монетки там отображаются, не отображаются, я покажу этот кошелек, вот у меня он на iPad стоит, Trust Wallet, тут вот он, чтобы вы не думали, что это не мой кошелек, вот он. Этот кошелек у меня стоит. Поэтому, смотрите, опять же скажу, здесь не все монеты, которые приходили, потому что здесь чисто, я открыл его в Explorer, так называемый сайт, на котором можно посмотреть, так как блокчейн, можно посмотреть любой кошелек. Ну, здесь показывают только эфириум монеты на блокчейне эфириум. Поэтому еще было много монет, которые не отображаются в данном Explorer и на других кошельках, и в других проектах. Я думаю, на этот вопрос я ответил, сколько можно зарабатывать на бесплатных, не бесплатных, вообще на раздачах, на тех проектах, которые я показываю. Но конкретно данный кошелек был в основном использован для бесплатных раздач, о тех, которых я пишу в своем телеграм-канале и снимаю видео на своем YouTube-канале. Дальше, следующий вопрос. С чего начать? Именно новичкам. Смотрите, ребята, под данным видео я собрал именно там несколько проектов, которым нужно присмотреться новичкам. Смотрите, заходите под видео в описании. Здесь есть вот на данный момент это три проекта, которые я бы советовал вам сначала посмотреть видео и начать зарабатывать именно криптовалюту на них. Потому что все они бесплатные, все они без вложений, и вы начнете погружаться именно, так сказать, в криптовалюту, понимать, что это, как это. Каждый проект уникален по-своему. Первый, естественно, самый такой крутой, я считаю, это раздача от децентрализованного мессенджера DEM. Здесь с нашей командой мы поставили себе такую цель, дойти до 100 тысяч рублей в месяц именно на пассиве. Заработать монеты, отправить их в стейкинг и получать пассивный доход до 100 тысяч рублей. Я думаю, у кого-то получится и больше. То есть смотрите видео, проходите данный airdrop, пишите мне, я добавляю вас в командный чат, и дальше уже будем вместе обучать вас, отвечать на вопросы и поможем тоже всей командой зарабатывать именно хорошо на данной раздаче. Опять же, бесплатная абсолютно раздача. И чем он уникален? Большинство раздач, это всегда, если они имеют какую-то партнерскую программу, если вы там посоветуете товарищу своему, ну, максимум там один уровень. Здесь целых 10 уровней. И для тех, кто не понимает, что это такое, я вам расскажу. Смотрите, если вы там рассказали одному человеку, там, двум, трем своим знакомым, все, естественно, заинтересованы в бесплатных раздачах, зайдут,
Но дальше, естественно, кто-то из них будет советовать своим друзьям. И бывает так, что на каком-то там втором, третьем уровне, десятом уровне заходит какой-то человек, какой-то там видеоблогер, какой-нибудь админ, какой-то человек, у которого большая команда, но вы его даже и не знали. Это друг вашего друга. И вы начинаете зарабатывать очень хорошие деньги из-за того, что один раз посоветовали своим друзьям. А дальше это пошло. Вот сила именно партнерской программы. В остальных такого нету, там все одноуровневая партнерка, и поэтому я поставил данную раздачу на первое место. И плюс там очень много еще способов заработка, это мы тоже рассказываем нашим ребятам постепенно. Здесь не будем, чтобы видео не затягивать, я просто рекомендую пройти все эти видео, посмотреть и поучаствовать в данных раздачах, получить именно то, что вы хотите от криптовалюты. Во-первых, и опыт, и знания, и еще плюс возможность зарабатывать именно без вложений. Также рекомендую зайти, здесь ссылка будет на мой телеграм-канал, здесь намного больше разных тем, здесь оперативно они выходят, здесь и там раздачи NFT-шек, и сегодня уже там два интересных проекта я скинул, поэтому обязательно подпишитесь на мой еще и телеграм-канал. Итак, ребята, давайте дальше смотрим, дальше будет розыгрыш, посмотрим, кому повезет, смотрите. Какие были правила, что, какие условия были, набрать именно 50 лайков и 50 комментариев под видео. Вот данное видео я нашел уже, есть такое. Здесь именно вот оно. Ну, пусть еще там 40 комментариев, 10 не хватает. Первый раз сделаю такую скидку, ничего, будем именно разыгрывать. Вот это видео, берем, копируем ссылку. И отправляем, идем на сервис победителя выборов. Так, разыграю сегодня... Давайте 5 таких пакетов по 50 монет. Раз 50, по 52 монеты. 52 лайка по 52 монеты разыграю среди 5 людей. Напоминаю, монета интересна еще тем, что ее можно отправить на стейки и получать пассивный доход. Итак, поехали, ребята. Задание было, условие было написать комментарии, поставить лайк и подписаться на канал. Так, первый победитель, Снежок. Он задал вопрос. Снежок, поздравляю тебя. Пиши мне, контакты будут внизу, в телеграм-канале моем. И я тебе отошлю твой приз. Снежок, читаем. С нуля как в интернете зарабатывать с минимальным депозитом? Я рассказываю даже, как зарабатывать вообще без депозита. Напишешь, я тебе уже там подробно расскажу. Так, следующий. Товарищ. Лилия Рафисовна. Давайте назовем хомяк криптотрейдер. Вот как раз был и конкурс. Лилия, поздравляю вас. И еще хомяк криптотрейдер. Крутое имя. Конкурс по имени хомяка еще будет следующим. Чуть-чуть позже. Так, дальше. Евгений Форсаж. Хомяк властелин крипты. Евгений, поздравляю. Напиши. Так, три человека. Четвертый. Миша, привет. Ну, ты, как всегда, счастливчик. Хомяк, монеточка. Круто, круто. Пиши. Так. И пятый победитель. Money Time. Интересно, участвую в конкурсе. Предлагаю назвать крипто-хомяка Чапи. Итак, ребятки, все, кто выиграл, пишите мне в личку. Отошлю вам монетки. И я думаю, на этом, ребята, все. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на YouTube-канал. И до новых встреч.